И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик непосредственно посвящен открытию контейнеров, которые у меня накопились с особых миссий, с челленджа, который у нас только-только идет, можно так сказать. Вчера я наконец-таки набил 40 уровень, и это значит, что уже все полноценные контейнеры, которые я мог получить с этого челленджа, ну и плюс с особых миссий у меня уже есть, а это значит, что сегодня вместе с вами мы все это дело откроем. Что касаемо особых миссий, то я уже высказывался и думаю, что говорить по этому поводу больше нету никакого смысла. Поэтому просто забираем контейнеры. Здесь у нас получается 9 штучек. Плюс красочку от флеш плеера. Можно будет заценить прямо сейчас. Я ее не одевал, не смотрел. Я даже не знаю. А, вот она. Хотел сказать, не знаю, где она находится. Давайте посмотрим на нее и уже полноценно приступим к открытию контейнеров. Вот так вот выглядит краска флэш. Очень похожа на другие краски по типу Польши. Еще одна там краска была в челлендже, тоже такая похожая. Но, типа, я не гоняюсь за этими красками, поэтому мне вообще без разницы, да. То есть, как бы она ни выглядела, я все равно бы сказал бы, что, ну, краска и краска. Давайте просто в ней сегодня откроем контейнеры. У нас в сумме сегодня получается 34 конта. Открывать, как всегда, будем по дефолтику по одному. Ну и если вам заходит открытие контейнеров, если вы хотите, чтобы они на канале появлялись как можно чаще, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Если еще не подписан на канал, то мне будет очень приятно, если вы также подпишетесь. Ну ладно, все, давайте уже открывать. 250 всех припасов. Ну, не сказать, что мне эти припасы, конечно, надо. Мне бы хотелось бы, наверное, выбить с этих контов устройства какие-то, которых у меня нету. 5 голдов тоже неплохо. Ну и если, может, какая соточка упадет, будет тоже неплохо. Я не откажусь от нее, даже если там ценою в какое-нибудь устройство, да, выбью сотку, то лучше как по мне соточка, потому что мне сейчас кристаллы до сих пор нужны. Но пока все, что я вижу, меня вообще не радует. 50 батареек пока, да, какие-то падают. 10 тысяч кристаллов. Ну, кристаллы — это хорошо. 150 батареек. Еще 150 батареек. Что-то батарейки сегодня прям люто много падают. Кому-то эти батарейки очень сильно нужны, но я бы не сказал, что мне нужны батарейки. Ни одного хорошего свечения не увидел. Это очень плохо. Это максимально плохо. Опачки! И новая анимашечка. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Я уж думал, вообще просто провалище какое-то. Даже фиолетового не будет никакого. А тут золотое. Найс, найс, найс. Очень неплохо. Очень неплохо, что мне в последнее время начали падать анимированные краски. Я, конечно, этому очень даже рад. 100 всех припасов, батареек. Батареек много реально упало. Мины, мины. И все. И все. Ну, в общем и целом, типа, я бы, как всегда, сказал, что это шляпа усатая. Да. Что это все полная фигня. Но мне упала вот такая вот красочка, которая до сих пор еще здесь, если я не обновился, осталось. И это значит, что мне осталось всего уже 18 анимированных красок. Если мне пару открытий назад надо было 21, если я не ошибаюсь, то уже потихонечку анимашки начинают выпадать. И это не может не радовать. Это значит, что скоро в этом свечении уже, возможно, ничего не останется. Ну и понятное дело, что, конечно, по устройствам здесь то, что у меня показывается 20, да, это только устройства, которые доступны с обычных контейнеров, с ультраконтейнеров, там этих устройств будет намного больше. Ну, здесь, конечно, по устройствам на корпуса у меня практически все, что мне необходимо, уже и так есть, да, то есть тут не такие уж и важные устройства, которые я не выбил, да, то есть 5 облегчений там каких-то условных. Да, утяжеления на те корпуса, которые мне, по сути, эти утяжеления не надо. Ну, такое, короче, такое. Будут падать потихонечку, понятное дело, устройство. Давайте заценим красочку, которую только что выбили. Я, конечно, как повторюсь, не гоняюсь за этими красками, но
Посмотреть хотя бы на то, что я выбил, можно. Так, где она только? Похожие краски, которые мне выпали, да? Монохром. Боже, сколько похожих красок. Но это не та. Вот она. Стальное сердце. Нифига себе. Но переливается неплохо. Неплохо. Какие-то там щиты переливаются, да? Если я не ошибаюсь. Это же не какие-то кругляшки, это щиты какие-то. Нормально, нормально. Неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Жаль, что мне не нужны эти замечательные краски. Но так, в общем и целом, довольно-таки неплохие вещи, которые я сегодня дропнул. Конечно, но, как я уже говорил, да, когда я хочу выбить кристаллы, мне падают устройства. Когда я хочу выбить устройство, мне падают наоборот, да. То есть, ну такое, короче, такое. В этом плане, конечно, не совсем круто, что падает не то, что я бы хотел бы, но в общем и целом, то есть устройства там, ну не те, которые мне прям сверх нужны, да. Плюс падают потиху эти анимашки, которые я полгода назад вообще, то есть даже не думал о том, что я их буду выбивать из контейнера, потому что там шанс был какой-то прям мизерный, мизерный, примизерный. Но сейчас вроде как потихонечку, потихонечку начинает хотя бы что-то дропать. И это, конечно, не может не радовать. Ну и плюс ко всему прочему, еще батарея где-то 1500, я думаю, в целом упала. Для кого-то это очень даже приличное количество батареек, которое необходимо. Я, наверное, на этом потихонечку буду заканчивать. Единственное, что я вам хотел бы сказать, это чтобы вы написали также в комментариях к этому видеоролику, что вам дропает с этих контейнеров замечательных. Возможно, что-то вам интересное упало, и вы хотите с этим поделиться. Напишите по этому поводу в комментариях. Ну, либо, если вам ничего не дропает, то тоже напишите, что шляпа усатая, ничего не падает. И мне тоже будет интересно почитать, посмотреть, кому-то, может, везет, кому-то не везет. Что кому дропает, но вот мне с небольшого, наверное, количества контейнеров, все-таки с челленджа и с миссии там, ну не сказать, что было прям реально много, там около 30-ки, да, выпало вот такое, выпали такие вот моментики, да. Такое открытие у нас получилось. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.